Программа «Эхо недели» в эфире. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист Наталья Верхошанцева. Наталья Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Верхошанцева, журналист, заслуженный работник культуры России. Первые статьи Натальи вышли еще когда она училась в школе, а свой профессиональный путь она начала в газете «Комсомольское племя». Спустя годы сменила место работы, начала трудиться в газете «Оренбургская неделя». Герои интервью в основном творческие люди. Она автор нескольких книг о бардах, художниках, артистах и музыкантах. Лауреат многих премий. Ее имя внесено в биографию известных людей Оренбуржья. Наталья Петровна, вот обычно вы сами берете интервью, и расскажите, вот с каким ощущением все-таки вы приходите, когда вас приглашают оказаться по другую сторону? О, мне всегда страшно, я боюсь камеру и боюсь сказать что-нибудь не так гладко, не так кругло, поэтому я вот никогда не пыталась работать на телевидении. Я человек такой норный, мне нужно прийти, сесть, подумать, написать, помучиться, там, поискать слово, там, все, чтобы было красиво. Но все-таки у вас есть опыт телевизионный, вы работали немного на ОРТ «Планета» в какие-то годы. Расскажите все-таки, почему вы покинули это? Это настолько было неприятно и некомфортно вам? Это, знаете, мы не покинули, это просто решили расширить формат газеты. Мы делали новости на страницах «Комсомольского племени» или уже «Новое поколение» тогда было. Я даже не могу вот сейчас сказать точно. Наверное, еще «Комсомольское племя». Рубрика была короче, короткие новости. И вот просто мы эти новости озвучивали в эфире. Приходил оператор в определенные дни. И вот я рассказывала короче, что было. Так. То есть дальше связать себя с новостями нет, в эфире? Нет, вот я говорю, мне нравится писать. Править, слава богу, что появились компьютеры, потому что я так правила себя, так слова зачеркивала, перечеркивала, что потом вот рукописи кромсала ножницами, подклеила. У меня были такие свитки, машинистки, наверное, были мной недовольны. Вот, и когда появился компьютер, я прям возрадовалась, потому что можно слово стереть, новое там придумать. На этой неделе вы презентовали книгу, вот, она называется «Имя с афиши». Мне представлено интервью более 100 знаменитостей. Для вас эта книга чем стала? Это какой-то рубеж определенного периода профессионального? Ну да, для меня это даже не столько событий недели, сколько событий, одно из таких важных событий жизни. Это третья моя книга вообще-то за 45-летнюю, господи боже мой, какая цифра. Богатый опыт. Да, мою бурную творческую журналистскую биографию. Третья книжка. Первая была такая тоненькая, «Струна», называлась «Книга о бардах». 96-й год. Оренбургские барды. Интервью с ними, стихи их, песни. Из нее Оренбургскую лиру получила тогда. А потом через 20 лет получила еще одну лиру за книгу об оренбургских художниках «Портреты с натуры». Там 43 художника оренбургских, тоже интервью с ними. Их работы, такой яркий, красивый том, такая энциклопедия своего рода. И вот через год, наверное, да, через год появилась эта книга, которую я считала вот как раз книгой своей жизни. Думала, что это самая главная моя будет книжка. Ну вот она появилась. Она 9 лет лежала в одном из оренбургских, рукопись в одном из оренбургских издательств. А потом вот Федор Михайлович Обленин, покойный, царство небесное, он сказал, когда вот вышла книга, мы с ним ее тоже делали, «Портреты с натуры», он говорит, ну давай попробуем, давай сверстаем, сделаем макет, может и спонсор найдется. Ну вот так и получилось, вот спонсор нашелся, книга вышла. Где-то полторы сотни вообще-то интервью у меня так в активе, может чуть побольше. Вошло вот 110, действительно, попытка втиснуть, все была. Федор Михайлович сверстал фолиант в 500 страниц. Ну вот прикинув, сколько будет весить такой кирпич, я наступила на горло собственной песни и на треть сократила книжку. Вот и все равно такой том. То есть будет второй том, скорее всего? Нет, нет, все. Каждый автор своей книги все-таки старается что-то главное донести, да, до читателя. А вот вы своему читателю в этой книге что хотите главное сказать? Ну, вы знаете, замечают коллеги, не только, что я влюбляюсь в своих персонажей, вот, очаровываюсь. И даже иногда мне в вину ставят, говорят, тебя вот и мы другими глазами на них смотрим, там, вот, вот, как-то так. Мне хочется этих людей показать
с лучшей стороны вообще, вот чтобы, тем более, что многих уже нет в живых, тут просто вот день за днем, иных уж нет, а те далече, просто это уже как-то становится поминальный список какой-то даже. Грустно от этого очень. И тем более хочется, чтобы осталась память об этих людях, чтобы кто-то взял эту книгу, прочел, сказал, надо же, какие были артисты, какие были люди. Даже вот, может быть, какие-то одиозные фигуры есть, вот типа Бори Моисеева, да, но в нем довольно глубокий человек. Вот вчера зачитывала на презентации, как он о России, о родине говорит. Вот незаемные слова, не барабанная а какая-то дробь, а так вот он... Вот хочется показать... Знаете, есть такое выражение, ну, я его применяла к художникам, что художник видит человека таким, не каким его создали родители, а каким его задумал Бог. Вот мне как-то всегда хочется вот так. И поэтому, когда у нас сейчас с молодыми коллегами возникает иногда такой спор, напишут какая-то корявая речь, там вот все это у персонажа, начинаешь говорить, что нельзя, это надо было поправить. Ну, он же так сказал, ну, мало ли, что он сказал. Человек волнуется, человек там, может быть, не додумал какую-то фразу. Все равно нельзя его так подставлять. Нужно как-то вот... И, конечно, мои герои тоже там не всегда были хороши. Вот в списке ваших героев, которые представлены в книге, это... Вот я назову некоторые фамилии, да, Евгений Леонов, Александр Абдулов, Михаил Ульянов, Михаил Задорнов, Галина Польских. Вот из всех 110, которые представлены здесь, кто вас покорил вот больше всех? То есть интервью это помните, не знаю, досконально? Ой, да ну много кто. Вот, вот просто первое, что открыло. Прошкин. Александр Прошкин, это кинорежиссер, который у нас будет скоро снимать фильм. Будет. И он снимал у нас «Русский бунт» по «Капитанской дочке». Он Трио снимал. Он никого к себе не допускал, журналистов и каких-то там интервью не давал. У меня просто с ним очень было забавное знакомство. Когда уже снимал «Трио», он тут, и я все-таки решила пробиться. Приехала в Нежинку, где жила вот киногруппа, рано утром. Они должны были выезжать в Саракташский район, снимать эпизод, когда там, значит, банда сжигает... Ну, грузовик, автомобиль. И там, кстати, водители играли наши, артисты нашего театра Попыкин и Бухаров. Вот они на этом снимке, уже как бы ну, восставшие трупы. Да. То есть они, да, в гриме, вот они обожженные, там, значит, там тела их должны были снимать вот, на, этих на фоне этих грузовиков. И я приехала чуть свет, значит, и вот... Поела с ними манной каши с группой, там позавтракала, вышла, там гуляю по этому дому отдыха. Такая в волнении. Смотрю, какой-то мужчина представительный в пиджаке кожаном сидит, курит на поваленном дереве. Я подхожу, говорю, здрасте. Он говорит, здрасте. А вот я хочу поехать, сейчас вот вы думаете, меня возьмут? Нет. В автобус спасают, он говорит... Ну, посадят, что же не посадят-то? А что вы хотите? Да вот я журналист. Там. Да вы приезжайте попозже, часам к 4 туда, пока мы выставим свет, пока мы там определимся с местом, там все. Я говорю, не, я пораньше. А он говорит, ну, такая Фрося Бурлакова. А зачем пораньше-то? Я говорю, да, может, с Прошкиным удастся увидеться, может, интервью возьму у него. Он же вообще журналистов там вот не приемлет. А вдруг вот там вот как-то вот между делом. Он рассмеялся, говорит, ну, давайте поговорим. Говорит, я и есть Прошкин. Вот мы так, сидя на этом дереве, вот о Москве, о провинции, о кино. Там просто вот... То есть случай... Абсолютно внезапный. Случай. И очень хороший получился интервью вот на этом поваленном дереве. Ну вот на этой неделе «Страна» прощается с актером Романом Карцевым. С ним вы тоже записывали в свое время интервью. Каким он вам запомнился? Вы знаете, он мне запомнился человеком очень приветливым, да, вот я уже тоже поняла такую вещь, чем звезда ярче, чем известнее человек, тем он проще, тем он приветливее. Очень мы с ним хорошо поговорили, и меня поразило, что он очень серьезный. Вот почему-то многие думают, ну, я, наверное, не исключение, думаю, что если человек юморист, там, и вообще занимается разговорным жанром, там, то он всю жизнь, вот, и всегда, каждую секунду всех смешит. А вот я ему и говорю, судя по передаче «Аншлаг-аншлаг», люди вашей профессии все время общаются друг с другом, а вы вроде бы как держитесь особняком, вы не людим. У нас с Витей, это Виктор Ильченко, его коллега. Это коллега по сцене, друг, было такое кредо, никогда не выпячивать себя. Мы всегда жили как драматический актер, достаточно скромно, поэтому очень редко общались с эстрадными артистами. Все больше водили дружбу с актером драматических театров. С кем, например? Ну, с Сергеем Юрским, ну, с Сашей Калягиным, ну, со всей Таганкой, со всем современником, с Товстоноговским театром. То есть вот он такой вот, да,
Роман Абельевич, у меня создалось впечатление, что вы склонны к меланхолии. Похоже, в жизни вы смеетесь не очень часто. В самом деле, очень редко. И то, если есть хорошая компания. Поэтому с Витей никогда не общались с эстрадными артистами, которые беспрерывно хохмят. Причем редкий раз удачно, а иногда просто пошло. Пожалуй, самый громкий смех у меня вызывает только клоуны, да ранний Чаплин. Вот такой вот серьезный, глубокий человек. Он очень говорил о своем утраченном друге, партнере, вот Викторе Ильченко. Прямо вот это горе у него было непреходящее, что вот все, жизнь рухнула. Теперь так о нем говорит, насколько мы знаем, mm-hmm. Жванецкий. Вот в основном у вас в интервью герои – это творческие личности. А вот возможно такое, что вашим героем может стать, не знаю, успешный сельскохозяйственник или предприниматель, с удовольствием. Экономист. Знаете, иногда так хочется сделать прыжок в сторону, и я делаю такие прыжки. О медицине могу писать, о чем угодно. Единственное, что о чем, вот об экономике, может быть. Ну вот не понимаю в этом. Ничего. Какой для вас герой сейчас? Вот может стать герой времени для вас? Это какой? Описание его можете для себя? Да для меня сейчас все герои, кто вот много работает, чего-то добивается, причем своим трудом, а не папиными там деньгами. Это вообще к молодежи отношусь с большим. К молодежи, которая делает себя сама, вот с этими молодыми людьми мне очень интересно общаться, и с большим уважением к ним отношусь. Им очень трудно, им труднее, чем было нам. Им гораздо труднее и пробиться в жизни, и, в общем-то, как-то там бытово устроиться. Нам квартиры давали, там как-то и учились мы бесплатно, и все как-то вот было больше внимания молодым. А сейчас молодым людям очень трудно. И если они добиваются чего-то в жизни, то это очень большими усилиями, большие молодцы. Я вот с глубоким пиететом отношусь к молодым, которые достигают вершин каких-то в своей профессии, в своих делах. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Реклама на канале Врин ТВ. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь. Эхо недели в эфире вновь с вами. И напомню, у нас сегодня в гостях журналист Наталья Веркошанцева. И мы продолжаем нашу программу. Наталья Петровна, ваш опыт работы в газете очень большой. И вы были, насколько я понимаю, верны очень долгое время комсомольскому племени, который после переименовался в новое поколение. И уже вот много лет вы работаете в Оренбургской неделе. Как вы думаете, вот очень много разговоров идет сейчас о том, что газета долго жить не будет, ее уже меньше покупают, потому что есть интернет-СМИ. Вот у вас, вы согласны с этой версией? Нет. Почему? Не согласна. Ну, вы знаете, я тоже так думала и опасалась этого. Но вот я смотрю, да, ориентируюсь на Запад. Мы же знаем, что там всегда все правильнее, чем у нас. Нынешним летом была вот в Женеве. И хотела привезти там образцы, ну, газеты оттуда. И обратила внимание, что там свое издание есть даже у купальни на Женевском озере, в Женеве. Есть купальня, по-моему, Баки, что ли, как-то так вот. И есть своя газета у купальни. У каждого там кантона есть газета. Везде вот газеточки. Что им? Интернета не хватает. У них у всех есть гаджеты, у них у всех все это есть. А газета нужна. У них утро начинается с того, что они выходят из дома, идут в кафе, пьют кофе, читают газету. И в Греции также везде. Вот, ну, это, видимо, все равно будет, конечно. Ну, мы же на своих улицах наблюдаем, что в основном посмотрели в планшете, в телефоне, все новости узнали. С газетами уже у нас-то редко встретишь, когда идут. Видимо, мы отстаем все-таки от Европы. Мы, наверное, когда-нибудь к этому все-таки газетам вернемся. Мы, видимо, пройдем этот этап, когда все отринем до основания, разрушим, а потом будем создавать. Мы с вами уже вот говорили о том, что вот в основном вы посвящаете свои работы именно культурным темам. Но ведь у нас есть, да, политика, экономика, вот, социальная жизнь. Все-таки... Какой статье вы бы, например, вот тоже посвятили большое внимание, какой теме, если выйти из рамок культуры? Ну, я и посвящала, какие-то были темы вот интересные мне, вот это, ну, не пенсионная реформа, а вообще о пенсиях, когда сейчас уже вот эту тему, о которой буду говорить, забыли. 2 года назад сняли индексацию пенсии работающих пенсионеров. Это было возмутительно. Я ходила на митинги, я писала такие вот разгромные статьи, размышляла про это. Несколько публикаций было, потому что это несправедливо. А сейчас в связи с тем, с еще более шоковым решением, про эту проблему вообще забыли.
про индексацию пенсии. Вы будете сейчас писать о пенсионной реформе или уже пишете? Буду, да, да. Ну, культура, понимаете, это... Культура, это для меня это, ну, тортик, пирожное, может быть. А вообще надо писать и о хлебе насущном, да. Я и о медицинских проблемах пишу. Например, меня приглашают, я пишу об этом довольно регулярно. Вот в областной больнице проводят сейчас уникальные операции в травматологическом отделении. Там начали делать операции онкобольным. То есть то там просто меняли суставы, коленные, тазобедренные. Это. А сейчас меняют именно онкобольным, то есть не просто сам сустав, а там вот вырезают кость с метастазами и ставят такую специальную... То есть о каких-то новшествах в медицине. Да, это невероятные вещи. Но ведь мы же вещи. Знаем, мне что, интересно. Если уж говорить о проблемах, да, в медицине, очень много проблем, особенно в районах. Сколько писем, сколько обращений к нам в редакцию поступает. У вас точно так же? Вы готовы об этом тоже писать, говорить? Более того, моя мама живет в Александровском районе, в деревне Добренко. Ей нужно ездить в райцентр, в больницу, значит, за 18 километров. А ей 84 уже года. Вот. И у нее сейчас проблемы со слухом. У них там нет окулиста, лор-врача, насколько я знаю. И нужно ехать в Шарлык. А в Шарлык это уже не 18, а гораздо далее. Куда 84 года? Вот сейчас она приехала ко мне, да, на презентацию. И я от вас сейчас в платную клинику повезу ее к сурдологу. То есть это вообще огромная проблема, да, вот медицина на селе. С ФАПами, записать интервью, например, с министром здравоохранения. Вы ставите для себя план, например, если чтобы обсудить? Почему вот нет? Как раз... Почему? Запросто. Вот еще, если вернуться к теме пенсионной реформы, как вы вообще к ней относитесь сами, учитывая вот эту тему, настолько актуальна сейчас? Вы поддерживаете ее или все-таки... Вы знаете, я отношусь к этому отрицательно, к реформе. Пусть бы было, как было, а если вот человек хочет, я, например, можно я скажу, да, сколько мне лет? Я не стесняюсь, мне 62 года, вообще на пенсию мне было положено пойти с 50, не с 55. То есть я 12 лет работаю, выйдя на пенсию, и не знаю, сколько еще там проработаю. Просто это личное дело каждого, хочешь работать, хочешь не работать, но вот... Как было, потому что там же есть какие-то медицинские нормы, там все просчитано, рассчитано, да, насколько человек способен еще там вот тратиться чисто физически. Я считаю, что вот, да, денег нет, извините. В той же Норвегии, да, вот пенсионный фонд, из чего складываются вот эти деньги? Не только из отчислений работающих людей, а еще и отчисления, как это, которые поступают в бюджет от эксплуатации земных недр. Понимаете? А у нас есть такие вот, такая часть в пенсионном фонде, вот такие деньги. Туда отчисляются в пенсионный фонд вот это все? Нет. Вот если бы как-то правильно построили политику, вот это, да, потом из офшоров там как-то деньги, может быть, отвлекли, чтобы оттуда тоже налоги платились, вот тогда незачем было бы выводить вот эти вот драконовские меры. То есть причин для того, чтобы ее повышать, по-вашему... Я считаю, что нет, что можно изыскать средства легко в других местах. Предсказывают, что вот еще немного времени, вот сейчас вы приняли этот закон, еще немного времени пройдет, когда первые ласточки по этому закону начнут уходить на пенсию позже, пойдут большие и масштабные митинги. Вот вы бы стали участником такого митинга? Конечно, да. У нас была небольшая череда здесь митингов, да, практически каждые выходные оппозиционные партии выходили, люди просто неравнодушные к этой истории. Вы выходили, нет, и у вас была возможность это сделать? Ну, я как раз, у меня отпуск вот был. То есть вы были в отъезде, ситуация, да? Была в отъезде, да. Но вот когда, говорю, там с этими индексациями, я ходила на все митинги, и Фроловские, и там... коммунистические. Ну, я не просто ходила, я потом писала про это, свое отношение к этому высказывала, свою позицию. Достаточно сильная у нас, вот, на ваш взгляд, именно сила для того, чтобы поднимать, да, людей, выходить, высказываться против вот, пенсионной реформы? Или это все-таки опять игра политической оппозиции, зарабатывать свои очки, и ну, не так они, не знаю, доводят это до населения? Ну да, может, не так их сильно беспокоит. Ну, я думаю, в какой-то степени беспокоят. Они же тоже, в общем-то, наверное, у них есть и близкие, и родные, и дети там как-то. Хотя, может быть, и политическая игра большей частью. Другое меня беспокоит, что мы этим ничего не добьемся. Ничего. То есть вы не верите в победу того, что народ в России может переломить ситуацию? Нет, не верю.
пессимистично, но вполне, наверное, реалистичная у вас оценка всего. Если говорить о том, что ваш трудовой опыт очень большой, готовы ли вы с ним делиться? Например, идти в педагоги и учить молодых журналистов, потому что... Да мне предлагали вести спецкурс интервью в педагогическом университете, когда еще это было возможно. Сейчас уже там как-то вот сворачивается вроде бы это, практика вся. Но что-то мне казалось, что я не педагог, я вот не работающий тренер. Я вообще не тренер, а просто работающий, пашущий журналист. И мне вот это интересно. Хотя я могу делиться, ради бога. Я всегда открыта для молодых коллег и всегда говорю, подходите, спрашивайте, прочту, поправлю, похвалю. Нет, нет. Раньше, да, раньше спрашивали, ко мне приезжали, у меня было много студенток и студентов, дипломников и практикантов из УРГУ, мой альма-матер. Вот. Правила, помогала. Ну, мы, вы знаете как, я не просто там зачеркивала, а вот мы садились, обсуждали, а как, а что, почему. И девочки потом, одна из них работала в «Комсомольской правде», Светлана Хрусталева. Они, когда уезжали с практики, они просили редактора дать мне премию, потому что они очень много почерпнули. Ну, вот ваш критерий успешного интервью, для журналиста, возможно, это наши юные журналисты тоже... Критерий? Ну, нужно идти подготовленным. Вот я считаю, что три важных момента есть, если вот применительно к «Звезде», не к «Звезде», но, допустим, к «Звезде». Идти подготовленно, непременно, не спрашивать у него, что вы, как у Хазанова девочка спросила, что вы предпочитаете на завтрак, апельсин или грейпфрут. Он просто вот развел руками и сказал, ну, ребят, давайте уже разойдемся, не будем тратить время. Потом, значит, нужно уметь задать, нужно быть немножко психологом, уметь задать правильные вопросы в определенное время, когда там чувствуешь, что-то пошло не так, или когда там что-то не клеится, вот нужно так... И вообще нужно начинать интервью с легкого вопроса, чтобы как-то вот успеть друг к другу привыкнуть, а потом уже можно задавать любые вопросы, но очень так элегантно, очень аккуратно. И третий момент – включать обаяние. Мне кажется, это необходимо. Наталья Петровна, ну вот у вас большой список, который мы сейчас наблюдаем в книге «Имя с афиши». Есть ли у вас еще мечта, персона, с которой бы вот вы бы хотели записать интервью? Ой, да вы знаете... Анастасия, наверное, мечт таких у меня нет. У меня есть мечта просто походить на концерты, на спектакли и ничего там не сидеть, не записывать в темноте, значит. И чтобы не думать о том, что вот я сейчас пойду, как же мне вот, какой вопрос первый, и как это все вот. Не трястись никогда, вот, а сидеть и полноценно внимать, вот, наслаждаться искусством. Но сейчас, слава богу, у меня такая возможность появилась. Дети работают со звездами, оба сына, музыканты. Один с Дианой Арбениной, которую я очень люблю, барабанщик Саша Аверьянов. Другой, ну, он пока просил не говорить, но тоже звезда очень большой величины, Егор Аверьянов, гитарист. И вот я просто хочу сидеть, наслаждаться, как... Как зритель. Зритель, как белый человек. Но все-таки мы... Желаю вам хороших и интересных творческих встреч, чтобы мы еще увидели много интервью. Спасибо вам за то, что пришли к нам. Это была программа «Эхо недели». До встречи в эфире. Спасибо вам.